Доброе утро. Время 6 утра. Мы с Филькой уже на посту. Филя. Хорошо. Ой, мой подсолнушек. Вот интересная у него жизнь. Филя. Внимание не обращает на бабушку. Филя. С утра как хорошо. Тихо. Да, Филь? Мне девочки написали, что этот цветок называется ночная фиалка. Такой желтенький и беленький. Сегодня у нас праздничный день, можно сказать. Сегодня у нас пенсии. Ой, тыквы, конечно. Должна была сегодня с утра к нотариусу ехать, но мне не прислали документы. Урожай тыкв декоративных у меня в этом году. Вот надо же, посадила два семечка, и вот они. Их так много, и они разрослись. Это вот подсолнух. Посадила 4 пакета семян. 3 штуки выросло. Филя, сегодня ночью шел дождик. Хорошо, поливать не надо. Гранаты. Гранат штук 40, наверное. Вот помидорки. У меня их всего 7 кустиков. Ну, и то хорошо. Зацепился когтем за занавеску. И не знает, чего и делать-то. Перестала я в этом году так бороться с этим линком. У меня просто нет времени на него. Целые заросли. И я хочу сказать, в этом году в Черноморске больше отдыхающих, чем в прошлом и в позапрошлом. Вот кто не видел, вот как они цветут, эти цветочки. Такая палка длинная, сантиметров 30, наверное. И на ней цветочки. Посшибала листьев с деревьев дождем. Ой, теперь надо подметать, вон что творится. Получила пенсию. Богатая женщина. Ровно на один день. Это Новосельское. Оно как, собственно, окраина Черноморска. Такой поселок. Но он такой большой довольно-таки. Да. Посимпатичнее он, площадочку сделали. Плиточку вон выложили, асфальтик отремонтировали. Вот это здание только ужасное. А так тут вот администрация, у них почта. Уже или бы снесли, или бы уже что-то сделали с ним. Крым моя родина, Новосельское наш дом. Единая Россия, мост в российский Крым. Вон о чё! Я что-то никогда внимания не обращала. А ее не было. Сейчас поедем на главпочтамт, на мой любимый черноморский. Ну, вокруг, да. Не, ну есть и хорошие дома, и всякие. Экскурсии у нас называется «Узнай свой край». Кладбище. Ну вот и собственно и Черноморск. Он тут рядышком. Так что экскурсия не получилась длительной. Мы такие противные, понаехавшие. Написали жалобу о том, что там в нескольких местах была прям
разбита дорога. На них завели судебное дело. Так что дырки все залатали. Прям сразу? Да, причем сразу, видимо, как только сигнал поступил, и все. Так что мы работу проводим. Но боюсь, что скоро нас вообще никуда не пустят. На ГАИ писали, в суд подавали, да. На ВД, на вот эту помойку. Ну, в общем, короче говоря, в черном списке мы, наверное. А, народ на пляже весь, чего. Ну, товарищи, ГИБДДшники стоят. Вот тоже вот, ну в центре вот здание вот это, ну что, хоть баннером бы закрыли, что ли. А зимой, вот я снимала, видели, как это все смотрится ужасно. Ой, машин. Сколько сейчас черноморских машин зимой во всем Черноморском районе, наверное, нет. Так что там, пробка? Пробка. Куда-то гадалка подевалась. Сидела, гадала. Ага. Ну, вот кружок по центру сделали. Так, не забыть бы. Ну что, посылку-то нам вернули из Кривого Рога. Не получают в Украине посылки из Крыма, их возвращают назад. Это доктор зло, который. Да. Что же нам делать? Так что уж извините. Сказали, что переводы денежные получают. А вот посылки все назад возвращают. Жалко. Лежишь, мой золотой. Что-то гроза, грохочет уже 2 часа, а толка пока никакого нет. 2 дня я убила на нотариуса. А они никак не хотят по телефону общаться. Странные какие-то у них понятия. Вот. Но сегодня наконец-то все-таки. Просидела я там 2 часа, на 31 число назначили. А сегодня так на минуточку 19-е. Чтобы доверку напечатать, нужно столько дней. Да, Кабася, тебе не понять. Лежишь ты себе. А у людей вот такая сложная жизнь.